Ну вот, продолжается наша эпопея, как говорится, ремонт нашего лагеря стана. Вот там вот у нас брат идет, Еремия Барабаш, пасет коров. Вот так вот, задним крапивку немножко побил. Вот, вот ели, какие они облуплены все. Вот все это надо будет подмазывать. Музей-комплекс для бедных лагерей. То есть у кого денег не будет от государства, захотят лагерь создать, вот примерно вот так вот можно все сделать своими руками. Вот. Сестра и брат стараются. Размешали глину с водой, а сейчас накинули коровьего навоза. Запах хороший идет. Ну ничего. Да ничем не пахнет. Ничем, да? О, Нестор, тем более. У тебя мало завар. Да, это точно. Где же моя силушка богатырская? Да, давай ее, доставай откуда-нибудь. Все, сейчас размешает. И потом соломы. Так, это, можно даже немножко воды еще добавить. Густовато. Потом солома еще впитает в себя. Все это. Ведро вон. Так вот оно, вода. Там стоит в ведре. Поздно. Да, да, она хочет немножко охладиться. Да. Я тоже хочу охладиться. Давай, Нестор, мешай. Нарабатывай мышечную массу рук своих. Бицепсы, трицепсы. Крылья разрабатывай. Фрой, да, Фрой, Нестор, ну ты что? Да, случайно. Ты со своей? Лопату поменял. Нестор, ты со своей стороны мешай-то. Вот, а Игнатий он здесь траву убирает, скамейки освобождает. Вот, это чистотел он оставил. Это вы чистотел оставили, да? Ничего оставил, зачем? Надо? Ничего не оставил. Он здесь. Ой, не могу. Парняк. Глаза выедают. Сейчас я глаза промою, подожди. Смотри, что делается. Батюшка дал мне какой-то мазь для лицо помазать. Обожжено, где-то ударился. Ничего не знаю. Спасатель называется. А? Спасатель называется. Лекарство-то? Да, да, мазь. Спасатель. Спасатель, да. А вот она. Я еще никуда не делал. Он сказал как. Спасатель, скорая помощь, да? Вот он. Чуть ли не спаситель. Ой, подожди, прям глаза выедает. На что-то наступил. На острое, да? А вот палочка. Сейчас заменила. Я вот только сегодня закачал бак с водой. Скорее все делать. Давай, давай, мешай. Радуйся. Вот происхождение этого бака очень интересное. У нас была одна прихожанка, Силина Галина Ивановна. Она на каком-то заводе такое работает, там котельной или где. И она говорит, что же вы так это мучаетесь-то там? А мы вот деревянный сделали, вот его подперли со всех сторон. Ну, бак большой, посмотри. И дети в нем купались. РТИ мне, там директор Хромов, Анатолий Петрович, я называю истинный патриот. Вот, и здесь обтягивает такая, как лодки из чего делает резиновые. Ребятишки тут купались, малышня, самые маленькие, потому что были даже 7 месяцев. Лагерь без ограничения, вот, возраста. И вот другой там директор, это он сейчас, кажется, ректор юридического или экономического там что-то факультета или чего-то, ну, он станкостроительным заведовал. А Галина Ивановна говорит, а какого размера? Вот такой, я не знал, я говорю, давай, вот такие листы надо разрезать, 1,5 метра. 1,5 метра, тут, кажется, 1,20 м, и так 1,5 метра.
Она эти листы ей отрезали. Директор что-то начал говорить, она прям наступила на него. Это детям, которым государство не помогает. Ты что? И он сделал. Нашли машину, привезли сюда, ну, листы отдельно. Как, если не ошибаюсь, Николай Польгуев приехал и сварил. Ручки, но его не поднимешь. Куда ставить? Туда, рядом, сюда. Нам надо, чтобы рядом был. Решили тогда, вот березка растет, а вот тополь. Посмотрели, до одного миллиметра сходится, полтора метра. А ты нарочно не сделаешь. Ну, поставили, видишь, высоко, там кирпичи, вот посмотри даже, видать. Да, видно. Вот. И вот сколько лет стоит дальше, крышка какая, поднимается она. Вон она как, гляди. Вот. Мешался только вот здесь вот один сучок. Мы его отрубили, его видно, вот посмотри. Как теперь дальше будет? Оно его не выжимает, оно очень толстое. Здесь, ну, миллиметра два толщина этих листов. Это люди, которые не знают, завод помог. Да благословит их Господь. Сейчас сделаем, где замазать. Ты сначала пройди, потом покажешь как. Вот здесь вот они, ни литовка, ничем, только ползком. Вот я начал с этой стороны. Вот, знаете, говорите. Смотри. А в городе стонут, работы нету. Работы нету. Страна, говорится, заросла травой, работы нету. Детей беспризорных, говорит, до 3 миллионов уже в стране. Что-то скрывает. Я милицию спросил, говорю, вот разыскиваются потерянные 5 человек. Он говорит, не 5, говорит, а 150 тысяч. Это последние только повесили. Сейчас. Почему? Не могу. Неверующие. Давай сюда. Угу. Вот смотри. Вот я прополз. Прополз здесь. Теперь, когда это будет музей, приедут люди показать, как дети работали. Вот она здесь. Здесь будет пила, древешки лежать. Мы покажем как. А теперь вот это все вырываю, а потом граблями сгребаем и уносим. Освободить это место. Они проверяют, лагеря нету, нету. Довольные такие руководители разных масштабов. А потом затеяли, а раз лагеря нету, то постройки надо бульдозером снести. Это понятно, выросло новое поколение, я бы сказал, из людоедской категории. Такой лагерь, столько здесь всего сделано, а кому он мешает, а никуда это, навозная куча. Ни одного квадратного метра сельхозугодий. Кучу разровняли, здесь были совхозные фермы, огромные-огромные кучи, мы их разровняли, но там-то он на полметра выше, а там мы совсем убрали его. И там дальше фундаменты дома стоит, вот посмотри здесь туда. Вот здесь мы раскинули мозгами своим. Вот этот подвал, в котором дальше, вот кто не знает это все, когда мы уезжали, тут КГБ искало, КГБ. Я узнаю даже имена людей, которые мне все рассказали это дело. Ну, а вот это скрыто было. Так-то не было выходить. Там согнувшись, и тут дальше навоз был, и мы конопля рвали, разные сухие веточки вставляли, как будто ничего не... Но они находили. Они мастера находить. Находили, а там что? Бревна. Дрова и бревна. Вы делайте, мешайте. Соломы добавляйте больше. Давайте. Больше, смотри. Воды. Они полно. Дровишки начали выкидывать, а большие вот так бревна закатывают. Им тяжело, они ленивые. Но если бы они их убрали и щупом начали, они бы где-то нащупали. Там под этим слоем земли был лаз. Если бы лаз нашли, они бы тут радовались. Но когда его вскрыли, там ничего кроме картошки нет. Но если бы они были не ленивые, они бы картошку выбрали, а может, что есть. И тогда одна стенка поворачивалась. А дальше тоннель, светильники. Что угодно уже дальше. И дальше туда идет, там уже церковь. Как они уже сами догадывались, для чего это делали. И никто не знал это. Называется катакомная. А когда говорят о катакомбах, в Алтае меня поминает. Небольшой скит, говорит, был. Так у нас не в одном месте, в другом месте борсущая нора. В борсущую нору расширили, туда пролазили. Никто бы не подумал. А там расширяется, говорит, за свой дворец. И питание, и люди могли жить. А рядом пастухи прям здесь же жили. И никто нигде не знал. Деревни-то не было. Теперь смотри. Вот эта территория. Эта территория вся заросшая крапивой и навозом. Это мы все расчищали, расчищали здесь. Дальше. Вот это келье-то построили, это уже потом. Потом, вначале одни шалаши стояли. А вот здесь, вот дальше, вот даже видно фундамент. Это не сельхозугодие, здесь большой. Вон он идет, заворачивает. И вот здесь вот идет. Подойди, где. Вот он, фундамент его, видно, нет?
Да, да, вижу. Вот она. Угу. Какие угодья? Но мы посадили тут это ягода. Ягода. Они терпеть не могут, когда люди хорошо живут. А теперь вот он идет дальше. Вот, просто покажи, где фундамент там. Под ногами. Вот он у меня. Вот, и с тем фундаментом он соединяется. Он туда, дальше. Обойди вокруг, погляди. Какие угодья они нашли здесь? Ничего, кроме крапивы, ничего. Это для своих детей они берут. А сколько тысяч там китайцам леса дают, подчистуют, подчищают. Сколько они там 2-3 года выжигают землю. Это молчат меня. Почему? Деньги. А мы ни рубля не можем дать. Мы только работали, работали, дети. Это не одно поколение выросло здесь. А мы бульдозер пришлем. Понятно? Это сегодня. Я вообще, когда я был-то? Вчера, вот, да, в прокуратуре везде дали, показали, что теперь нет лагеря. Они боятся, что мы внезапно начнем. Теперь здесь музей будет. Я сообщу. Вот он. Музей-комплекс. Потому что не все здесь. Там у нас баня. Она была на берегу реки. Теперь баня раз. Колодец был там. Теперь оставили здесь свой колодец. Два выкопанный бетонный и качает насос. Вот так, баня, колодец. Дальше, где хранить? Мы хранили все здесь. А теперь лабаз, чтобы мыши не залезли. Три. Тестомес. Четыре. Это я беру только то, что там находится. Две большие игровые площадки, которые качаются вот это. Пять. Специальные голубяти детей возил. Это экскурсия туда. Шесть. Почему оно комплексное? Потому что все вместе соединенное. Нам есть что было показать. Ане бульдозер прислать. Это уже из прокуратуры, сегодняшняя. Мы подали, этого не надо делать. Здесь будет музей. Музей для бедных лагерей. Такого нигде нету во всем мире. Мы покажем, что без помощи государства, при ненависти государства к детям, в 1998 году 15 комиссий меня уничтожали. 15 комиссий за 2 месяца. Притом краевого масштаба. Пожарные, вплоть до ФСБ, до КГБ. Электрики, только одно снимите с регистрации, они нас зарегистрировали, не могут снять в отделе краевом юстиции. И все-таки они нас подали потом в суд, нашли несоответствие, что некоторые люди не здесь живут, только такое, техническое. Вот, комплекс. И там, если мы пойдем сейчас, то мы увидим, что еще построено было, чем пользовались, где одежда, склады, где матрасы, все где хранится. Это уже седьмое. Я показываю, где. Так это не только это. Там еще сколько у нас есть, которые... Смотровой зал. Это уже 9-й там. Это у нас более 200 с лишним было только видеофильмов. Но они такие, как это, видеокассеты были тогда. А потом и таких у нас больше, много. Как готовились? Дальше. Отдельно у нас вигвам, где костер. А около 10 разных у нас объектов, которые относились к лагерю. А здесь мультифор заложили, а потом сверху стекло. Стекло не дает выгорать. А что могут уничтожить? Могут, да, могут. 18 раз нас сжигали дотла. 18 раз мы возвращались на угольки. Склонялись на колени, плакали и молились. Господи, прости им. Они не знают, что худо творят. Прости им, Господи. Эти люди несчастные. Мы видим, там сгорели, там что-то. Это, может, те самые, которые пакости творили. Да помилуй ты их, Господь. А мы начинали шалаши строить, фотографии сохранились. Это называется келья, это игровой зал. А здесь под топком, а здесь специально, там у тебя закрыто. Там у нас хлебопекарня. Две русские печи я сделал. Под русские печи огонь идет из голландки. И раз, а давайте мы бульдозерами. Никому не мешает. Деревья-то мы насадили. Здесь не было ни одной былинки. Посчитай вокруг, обойди. Сколько здесь тополя? Березы. Вот это тополь. Дальше береза, клен. Вон какие большие стоят. Глянь. Какой фонарь огромный, ртутный. Комиссии давили. Вот тогда была санэпидемстанция. Приехал Хорошев. Хорошев ли? И вот записывает. Солдат главный у них, Игорь. Ничем не помогали. А надо уничтожить лагерь. Ну да как уничтожить-то? А вот не соответствуете нормам. Какие нормы? А у вас нет ночного освещения, у нас ночью не выходит, горшок там стоит. А это ртутная лампа, я включил ее днем, видать. Нет, ну, у нас так напечатано, они там напечатали, опровергайте через суд. Сидит за столом, столы широкие, я покажу, иди сюда.
струганные и сверху прекрасные новые клеенки. А он сидит и пишет: столы из неструганных досок. Я говорю: ну хоть одну доску неструганную покажите. Ну у нас так уже тут напечатано, опровергайте через суд. Российская газета, учредитель российского правительства, написала: шабаш нечистой силы. И мы это Господь позволил перейти. Тот, кто в нас больше, того, кто в мире. Эти люди выполняют план Даллеса. План Антихриста по уничтожению поколения за поколением вырубают. А у нас, которые идут люди, какие в армии служить, они не попадают под дедовщину. Если женились, они знают, что надо с одной жить. Нам есть что показать. И вот этот теперь музей, теперь уже говорим как музей, нам надо все показать. Вот они приходят, вот посмотри, я открываю дверь, внутрь заходят. Света-то нету? Нету. Ну придется включить, здесь свет есть. Вот, палубные плиты, я на корабле работал. Вот заходят, стол какой, глянь, печь. Печь топит, одновременно сразу загорается бак, вода. Вот она теплая, печь сейчас топится. Вон, видно ее. Вот. Сюда он там. Ну, что посмотрим. Вон, клюка, клюка вон. Клюка. Ну-ка посмотри, видать, нет? Видать. Все. Повторяю, 45 лет. Вот вы вот опущен навоз, вот он где, навоз-то, вот он, под окна подпирает. Ну прямо видно, что. А мы стоим где? Под нами тоже навоз. И теперь, как будто бы я сельхозугодие. А мне дали 3 гектара тогда на 10 лет сельхозугодия. Я не взял даже ни одного гектара. Зачем брать? Нам здесь хорошо. И вот конкретно показать, какие столбы, посмотри, как вверху это все электричество. Ой-ой-ой, тут не выскажешь сколько, как замазано. Может, попьем? А? Попьем, может. Давайте, попьем. Подходите сюда. Нестор, подходи. Подходи, на солнце. Так. Вот сюда вот становитесь, наклоняйтесь и пейте. Прямо наклоняйтесь. Вот через это. Во, она открыта. Это мне батюшка лекарство дал. Березовый сок. О, хорошо. Холодненькие. Холодно? Да. Вот видишь, мы пошли с Нестором, все это сделали. Так, я ухожу, своим делом занимаюсь, вы своим. А если же я еще не напился? Ты говорила, ты можешь работать. Я вижу, что ты можешь, действительно. Не болящая. Фух, давайте дальше. Все, выгребайте, топчите и нанесите туда. Топчить? Только... Где будете, это, если насквозь надо, с той и с другой стороны подмазывать. Да. Прям соломки туда подтаскивайте. А можно ногами? Да, топчите. Ногами топтали, Нестор. Вот так. Ой-ой-ой. Как в Древнем Египте. Лопаты уберите. Ну, куда вот ты, куда это ты? Вот электричество идет, столбы, это все сюда, все входит сюда же. Это все к лагерю относится, для лагеря, вон какие столбы идут, посмотри. И мы можем показать пример, как дальше жить можно. Красиво, интересно. Так вы растрясите, чтобы у вас в разно... Сейчас ногами растрясу. Ну, смотри. Так. Нестор, ты готов? Давай за ручку. А, Нестор, он решительный парень. Давай, вперед, Нестор. Давай, Нестор. Всю солому вминай. Молодец. Там это, с той стороны надо подобрать лопаты или чем. Потом он выдавит сейчас наружу. Давайте вы не будете заходить. Я буду заходить. Тут одного Нестора хватит. Так ныряй. Давай, Нестор, давай. Вспоминай израильтян. Я взяла твоего папу, как ты его вообще не взяла, что же вы? Бедные мы. А он что, он же деревенский, постоянно занимается. Лопата, вилы, грабли, ведра, навоз. Да. Тепленькая.
Еще да, надо. Солому еще надо накидать. Еще? Угу. Что мало. Вот да, особенно где вот посередине. Ля-ля-ля-ля-ля. По всей поверхности еще раз трясите, он еще во мне. Но между пальцами залез. Да ладно, потом помоем, да все ноги. Пикники удобно. Вот это я сейчас все убираю, а потом граблями все сгребем. Нестор, помогай разгребать по всей площади. Еще. Все, хватит. Ага. Все, по всей площади равномерно раскинь и затаптывай. По всем углам там, чтобы разошлось. Почему вся сила из рук ушла в ноги? Лучше бы в мозг. Почему у меня какая-то... Ой, что ты мне не говорилось? Зря я так сказал. Отправьте тут под углами. Вы. Можно я бегу? Где? Что? Может, водички еще? Конечно, добавляйте. Хотя пускай он сперва перемешает, потом посмотрим, пускай перемешает. Чуть-чуть только отгребай, он там замнет уже. Нет, я думаю, будет нормально, наверное. Хорошая консистенция. Нам блин, нечем, мы деревенские. Работа есть, значит, нужно импровизировать.